Место проведения турнира это был выставочный какой-то комплекс, где очень было много всяких турниров, возможно, всяких шоу. И CSGO, на мое удивление, был именно на этом турнире, не особо популярен. Если бы были кабинки, было бы намного проще. Но одно дело, когда зал шумит на стадионе, другое дело, когда просто играет громкая музыка, все одновременно говорят в микрофоны на разных стендах, какая-то происходит какофония, поэтому лично я это не люблю, потому что когда снимаешь наушники, происходит очень серьезный хаос. Долго находиться в такой атмосфере очень тяжело. Стоит обычный стенд, где стоят стульчики и там на человек, ну, максимум 50. И когда мы пришли, зона была закрытая, и мы думали, народу вообще не будет. Но как только мы сели, начали разыгрываться, и когда уже ближе к игре, они открыли проходы, и эти 50 стульчиков заполнились буквально за минуту. Первая игра на трене просто почему-то не задалась, может, потому что это была первая игра на турнире наша. Мы поняли то, что лучше на этот чемпионат вернуть старый дефенс, который, в принципе, был получше разобран и получше сыгран. И получается, мы Адриана вернули хлопающего на Б Миши, а Хобби стал снова на зелень, соответственно, это нам как-то помогло. Мы выбрали сторону защиты, потому что большинство команд так думало, что лучше начать защиту. Но уже проанализировав нашу первую игру, мы поняли, что лучше начать за атаку, взять как можно больше раундов, а за дефенс мы наберем. Если ты начинаешь за контров, ты, как правило, ждешь того, что сделает атака, потом ты подстраиваешься, например, и так далее. А за атаку ты можешь сразу заставить соперника играть под твою диктовку. И если правильно продумать раунды, то ты можешь выбить уже изначально его из колеи. И в целом, если все правильно и идеально сложится, то даже и мораль может сильно просесть у соперника. Мы их из зоны комфорта сводим, и да. Они могут засомневаться. Делаем по второму раунду, я знаю, как деньги раунд делают. Мы обсудим, как принимать. К этому турниру мы успели всего лишь сыграть два прака на нюки, потому что многие команды, ну, у нас было, во-первых, неделя на подготовку, и на Фейсбуке, где мы ищем праки, очень тяжело найти нюк, потому что мало команд тренирует нюк, и все команды топовые, они уехали на Э-лигу. Соответственно, мы играли с тем, кто попадется, и сыграли всего лишь два прака. Мы обсудили основные вещи какие-то, но это скорее был выбор как раз в пользу того, что сингапурцы очень плохо играют. Мы вывели из зоны комфорта сингапурцев, когда чертнули, получается, Инферно, и они побоялись с нами сыграть Dust 2, потому что мы выиграли до этого игру у Грейхаунда. Соответственно, они пикнули трейн, потому что они уверенно нас выиграли. В целом на трейне мы пока еще не играем далеко не идеально. Мы с каждым днем видим какие-то ошибки новые. Там неточности в убиваниях, неточности в раскидках и так далее, в смещениях, в решениях после размена и так далее. То есть мы стараемся работать над такими вот основными аспектами. Они все, само собой, ситуативные, поэтому приводить примеры бессмысленно. Но в целом вот так. Потому что Бут — это не самая сильная команда на этом чемпионате. Тут уже три минуса на улице от команды Гамбит. И Адрен врывается, забирает последнюю банка, а тот находился все это время на пристройке. В целом, по всей встрече я могу отметить Адрена. Он провел феноменальную встречу. Он брал важные клатчи и важные раунды, делал очень полезные действия в целом на всех картах, на обеих картах. Вот. Могу отметить также, вовремя включился Миша на Б за дефенс, вовремя включился Рус, начал убивать СВП. Так, в принципе, все молодцы в атаке. У каждого есть своя роль, и каждый с ней справлялся, в принципе, неплохо. А
Интернет, походу, видел, да, где находится оппонент. Вскрывает голову одному, но дело в том, что вот она бомба, и до нее еще надо дойти, у тебя только хаешка. Делать? Вот он думает, что делать, понимает, что один, второй, господи боже, он берет еще один раунд, он просто берет раунды подряд. Energy сильная американская команда, у них свой стиль американский. Надеюсь, у нас не возникнет с этим стилем никаких проблем, и мы выиграем. Сейчас эта команда как минимум находится на 8-м месте мира. Они уже показывали хорошие результаты на многих ланах. Тот же самый StarLadder, они прошли там на далекую стадию. Они отлично индивидуально играют. У них хороший тренер, который может удивить нестандартными тактиками. И также они любят антистратить очень много, то есть готовить конкретно под соперника что-либо. Поэтому ожидаем игру сложную, но не вижу проблем, чтобы их победить. Да, мы тренировались всего 5 дней. До этого они не играли командой 3 недели. Но в целом форма набирается день за днем. Чем больше мы играем, тем лучше. Поэтому у нас все шансы их обыграть. По ходу турнира уверенность появляется. Мы все лучше и лучше начинаем играть. Наверное, это даже и какие-то проигрышные иногда моменты нам помогают. То, что мы сразу обсуждаем. Нету самых сильных команд мира, поэтому любой турнир, где они играют, топ-5 мира, можно, в принципе, выигрывать игрокам такого уровня, как Гамбит. Тут главное самоотдача, четкий настрой и хороший план на игру. Как минимум, если мы выиграем этот турнир, он придаст нам уверенность к подготовке Стокгольма и мажора.